Самый старый мужчина в мире, испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, умер на 113 году жизни. Об этом говорится в заявлении Книги рекордов Гиннесса. Гарсия родился 11 февраля 1909 года, на момент смерти ему было 112 лет и 341 день. Мужчина был объявлен рекордсменом в сентябре 2021 года, в возрасте 112 лет и 211 дней. У Сатурнино и его жены Антонины есть 8 детей, 14 внуков и 22 правнука. В 1937 году пережил авиакатастрофу, самолет упал на здание, в котором он находился. Гарсии говорил, что из-за роста в 150 сантиметров его не взяли в армию, и он избежал участия в испанской гражданской войне 1936 года.